Сегодня директор Жердевского колледжа сахарной промышленности Алексей Каширин отмечает юбилей – 70 лет. В этот день нам хотелось бы пожелать ему успехов и благополучия во всех начинаниях. Профессионализм и исполнительность – главные качества этого замечательного человека. И хоть труд его нелегок, от Алексея Николаевича зависит очень многое, и плоды его деятельности не остаются незамеченными. Так, студенты и преподаватели – замечает их каждый день, за что очень ему благодарны и признательны. Поэтому, Алексей Николаевич, примите сегодня, в честь 70-летия, поздравления от ваших коллег и учеников. Уважаемый Алексей Николаевич, поздравляем вас с юбилеем. Желаем здоровья, успеха в работе, бодрости и оптимизма. Вы у нас лучший! Уважаемый наш Алексей Николаевич, от всей души поздравляем вас с юбилеем, с такой прекрасной датой. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого-самого наилучшего. Уважаемый Алексей Николаевич, хотим поздравить с днем рождения и пожелать от всей души улыбок, счастья, вдохновения и покорения всех вершин. С днем рождения! С днем рождения! Уважаемый Алексей Николаевич, от лица студентов поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья и творческих успехов. Уважаемый Алексей Николаевич, поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам всего самого-самого хорошего, удачи, тепла, любви, ласки. Поздравляем! Уважаемый Алексей Николаевич, примите самые искренние слова поздравления ваш юбилей. Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, бодрости и оптимизма. Подержать на руках правнуков. Творческих успехов. Благополучия во всем. Исполнение всех желаний. Поздравляем! Уважаемый Алексей Николаевич, от имени профсоюзного комитета от всей души поздравляем со столь значимым юбилеем. Желаем вам здоровья, сибирского и ангельского терпения. Не старейте, не грустите. Еще много лет живите. Пусть ваша мудрость победит. Поможет вам счастливым быть. А я хочу пожелать душевного спокойствия, радости от каждого дня и долгих-долгих лет жизни. И поздравляю не только как сотрудник, но и как дочь.